заплакал. Ты все налил? Да, все. Твой выход. Так, на следующий сесть, что-то сказать. Ты за нас расскажи там все. Вот так вот, 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 вот. Нет, вот так упал. Пойди, да, он Андрей, метров что осталось, да, 150? Да мы не поднимемся там. Так, вроде вершина уже вот-вот. Ну, это так кажется. Тут тебя бьет как-то по-своему. Давай. Тогда кто? Помни, туда дорогу.
А там, а где больше машин ездит? Здесь или там? Где? Нигде нет. Так курить-то много, каждый старается, что угодит. Термоза есть у вас? Я кипяток сделал, термос есть? Что есть? Термос. А, термос нет. Нет. Наливай. Не хочу, спасибо. Спасибо, Игорь. Ну, дорогой, затянем термос. Мы от дома к дому. От дома к дому. Да, лучи эти перебирают. А, вот это вот. Ну я, если честно, в восторге. Печатать нельзя. Печатать сразу скажу. Печатать нельзя. Почему? Нет, это... А качество нет. Это 10 на 15 крайняк. Пока... Да. Я всегда работаю в джипере, я в фотошопе не имею. А это хренотень. Так снимает красиво, я прям... Я в шоке. А когда да. Печатать нет, напечатать не пробовал. Я чисто для себя. Сколько здесь смотрит, как красиво. Когда еда будет кончаться... Понимаешь, блядь, выброшена земля, блядь. Во Франции, да ты чё?